можно говорить о том, что любое лечение индивидуально, да, оно зависит от состояния пациента, от заболевания, от того, как пациент переносит лечение, и реабилитация в этом случае не исключение. Конечно, реабилитация – это более гибкий процесс, в нем меньше стандартов, чем, например, в той же химиотерапии. Но, тем не менее, стандарты существуют, эти стандарты связаны с оценкой состояния пациента, с основными подходами и методами. И, конечно, эти стандарты нужны, потому что в конечном итоге они определяют качество лечения. Да? Есть необходимые и достаточные вещи, есть зона творчества врача. Не будучи медиком, я, к сожалению, не могу на эту тему, наверное, высказываться со стопроцентной достоверностью. Я чувствую себя немножко дилетантом, но как человек, который отправляет в том числе на реабилитацию в течение 11 лет, я думаю так.